Смотрите, какие красивые эти подвесные здесь. Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. Как давно мы с вами не виделись. И снова я на связи с вами. Надеюсь, что вы меня не потеряли, друзья. И мое долгое отсутствие. Я расскажу вам потом, что произошло. Очень серьезно я заболела. Но сейчас я что-то как-то не очень хочу рассказывать вам все эти негативные подробности. Наверное, нужно сначала успокоиться, прийти в себя, а уж потом что-то тут такое вам и расскажу. А сегодня я просто хочу с вами погулять по очень красивым туристическим местам, очередным на нашем острове Уайт. Давайте мы с вами прогуляемся по сувенирным магазинам, сувенирным лавкам и также по красивым пабам английским и ресторанам. Вот такая сегодня у нас с вами будет обзорная прогулочка.
Я когда-то рассказывала вам мои первые впечатления об Англии, когда я приехала. Меня поразило то, что здесь кругом седые головы и пожилые люди. Вот сейчас опять я вспомнила эту ситуацию. Я вообще-то уже привыкла к ней, что здесь в основном у нас контингент over 60, старше 60, старше 50 лет. Вот сейчас в обед я вас вожу по ресторанам и показываю вам. Обеденное время. Thank you.